Эксперимент состоялся 7 октября этого года. Условия его проведения были идентичны выводам, представленным в проекте итогового отчета Голландской комиссии, то есть ракета была взята 9М38М1 с двутаврами и стрельба из района населенного пункта Снежное. Результаты эксперимента полностью опровергли выводы Голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. Сегодня мы можем однозначно сказать, и в презентации это покажем, что если Боинг 777 малайзийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», то поразила его ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское.